Всем привет, ребята, меня зовут Егор, вы на канале Квестдеди, и сегодня в ролике у нас Ятора на сигнатурном морфинге 22 ранга. Он имеет также максимальный тир на этом герое. И по игрокам в этой игре у нас играет Юраги на фантомке 82 ранга, а также Ямич на таске 200 ранга. Далее по закупу у него стики, циркулетка, топорик, танго, а также веточка. Далее хочет купить себе ПТ и выйти в фалькон с маской на хил. Хорошо, суппортить на этой линии у нас будет ему Магнус пятерка. Также этот игрок имеет максимальный тир на этом герое, так что я думаю, он понимает, что он делает и зачем он это делает. Вот такой вот у него закуп, кстати, также. И посмотрим, кто же у нас будет играть против. Так, у нас тут Таск, я вижу, и также у нас Тайт. Вот такие закупы они оба имеют, хорошо. Линия уже легкая и, можно сказать, выигранная. Два героя не делают абсолютно ничего у нас морфингу. И просто-напросто это будет три линии для Ятора, зная его и любимого его героя морфлинга. Давайте наблюдать. Хорошая игра у нас от Магнуса. Сразу же он начинает с агрессии. Так, суппортики начинают тут файтиться. И оставляют у нас Тайда против Ятора 1 на 1. Отдают ему экспу, кстати, Ятора. Это хорошо, это важно. Морфинг должен быть всегда с экспой. Убивает пачку, теряет КП у нас. Так неприятно, у нас идет отпушивать Магнус, точнее отводить Магнус мелкий, и Ятора тут немножко теряет у нас в здоровье. Левел 2 анапает, неприятно, ему запуливают его сразу же лишним танком. Закачал себе адаптик на левел 2. Так, выкладывает, качается в ловкость обратно, съедает лишнее танго. Ну и дальше линия стягивается на него. И пока в принципе нормализовалось все. Купил себе часть ПТшки и уже несет. Хорошо. Ну, пока просто играет на фар. Магнус пытается вывести. Отлично, выводит у нас Тусика. Но это не самая лучшая цель, конечно. Ой, начинается замес. Очень больно у нас Ятора. Динает ему под этим замесом. Как же ему пофигу на все. Главное, заденает свою пачку и не дать лишнее золото врагам. Отлично отыграл. Молодец. Сразу же пулит его. Нажимается стики и восстанавливает себе фул здоровья. Что за чудо-герой у нас морфинг? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Умирает курьер у нас у Ятора. Неприятно. Ну ладно. Адаптик дальше начинает закидывать. Качает его левел 2 у нас уже адаптик. Нужно распушить линию и забрать лотус. Это обязательно. Не забывайте об этом никогда делать. Почему-то он не пушит, может быть, не видит или забыл. Но вряд ли он забывает о таких вещах. Так, резается лотос, ага, понимает и идет уже дальше. Угу. Все хорошо отыграл, молодец. Играет, кстати, 14 на 8. Все достаточно хорошо у него на данной линии. И очень много задинаил он своих крипов. Тем самым лишая золота вражеского хардлайнера. Очень хорошо отыгрывает. Ну, милики, что еще можно сказать. Сложно им играть. У нас там файт какой-то снизу. Магнус и Таск дерутся. Снова был отведен мелкий. Хорошо. Отличная игра у нас от Магнуса. Совсем понимает, что делать нужно. Запуливает, отводит. Одна красота, смотрите, на этом. Вывозит еще Тайда. Тайда очень больно. Все-таки выживает, убить его сложновато. Левел 4 у нас еще нету у морфинга. Нету пока волны еще. Поэтому сложно, сложно, сложно что-то придумать. Опять выводит у нас Магнус. Что за герой, что за чудо. Пошла у нас вейформа, хорошо. Очень больно у нас Тайду, Тайду. Но есть стики. Есть райндроп, не убить никак. Ладно, оставим его. Ой-ой-ой, опять бежит, опять хотят убить. Как же они хотят убить этого Тайда. Под Т1 даже заходит, не боятся ничего. Магнус очень играет агрессивно, очень уверенно. Хорошая игра от него.
Левел 4 имеет уже Ятора. Хорошо. Идет дальше по Т1, не боится даже. И пачки еще нет. Ой-ой-ой, в размен, скорее всего, идет. Да. Минус Магнус и также минус Тайт. Хороший размен, я считаю. Ятора забирает килл в соло. И вырывается вперед. Давайте включим Нетворца и посмотрим, что Ятора почти догоняет Ямича уже. Хорошо, хотя бы так. Четвертый левел он имеет. Магнус уже летит на линию. Пятая минута игры. И Ятора занимает у нас первое место по Нетворсу. Хорошо, есть ПТшка, есть когти на урон. Ой-ой-ой, как же Тайдум будет неприятно на этой линии. Также есть у нас адаптик замакшенный. И просто-напросто он выгонит этого героя через минуту буквально, мне кажется. Или буквально убьет его даже в соло. Закидывает адаптик. Есть на всякий случай райндропы, а также есть фласка, если что, отхилится. Понимает об этом Тайд. Хорошо пока отыгрывает, молодец, мне нравится. Как же больно ему, господи, что делать с этим героем? Пытается он как-то найти свой фарм также. Мне кажется, нужно идти и стакать себе эншентов, либо хотя бы этот вот большой. Потому что без стаков ты не вывезешь в этой игре далее. Далее у нас в Ятора выходит в Falcon Blade, далее Маска, и Яша, я вижу, Манта, а там уже далее в Пилоптерии будет. Отлично, и там на Морфинга усилит его Адаптик Страйк. Минут игры. Опять Селениус стоит. Все у него очень хорошо. Выгоняет он Тайда. Понимает, что Тайд буквально ничего не может с ним поделать. Левел 6 он имеет. И пока не берет ничего. Думает, что взять. Закачал все-таки... Закачался все-таки атрибут Shift. Угу. Начинает фармить леса. Конечно, хотелось бы иметь уже маску, чтобы фармить эти леса. Так тяжеловато пока. С маской дело пойдет намного проще. Но пока еще 6-я минута. Все очень хорошо. 7-я минута уже. И совсем скоро он уже будет иметь 4000 нетворс. Также распушил линию. Дальше убегает в леса фармить. 400 золота ему осталось до маски. И пока играет на свой фарм у нас Ятора. 6 левел имеет Тайд, к нему может стянуться любой суппорт, поэтому нужно будет играть поаккуратнее и сильно не боковать. Хотелось бы, конечно, иметь еще какой-нибудь вард себе на линию, на всякий случай. Потому что опасно. Но видит всю вражескую команду и понимает, где они находятся, поэтому играть можно нагло, выгонять и даже пробовать убивать этого Тайда в соло и еще раз в соло. Так, левел 7, 4000 на 8 минуте. Очень хорошо. А пока суммарный счет у нас 1 в 4. Угу. Видимо, на всех линиях еще пока игра особо не задается у нас. Так, хороший стан от Лины я вижу в центре. И Лина умирает. Также в размен идет у нас Тимбер. И очень больно у нас Магнуса в центре. Скорее всего, Магнус умрет также. Да, Магнус умирает. 2 в 1, но ладно. И главное, что Ятора фармит. А Ятора эту игру точно не отпустит. Но все очень хорошо. И даже убить этого Магнуса будет гораздо сложнее. Очень-очень опасно отыгрывает Ятора. Очень опасно. Нужно понимать, что у него есть ульта, и с ульты он может тебя убить. Замаксил полностью адаптик и взял себе атрибут Shift в 2. Вейформ пока идет в 1. Также у нас резается Лотус. Лотус бы хотелось бы иметь, забирать себе каждый раз. Лотусы никогда не бывают лишними в этой игре. Паврыч. Ой-ой-ой-ой. Как же много урона у нас становится у Морфлинга. 10-я минута. Будет, скорее всего, 5000 нетворса. Это эталонский нетворс. Вообще, хотелось бы иметь каждый раз такое. Но пока что имеем.
у нас замес в топе, ведь типа, Ятора, хорошо. Очень больно Юраги умирает. Хорош, хорошо. Размен пошел. Хотя бы так. 2 в 1 все-таки, но умирает кор команды Дайр. Еще забрал вражескую пачку. Также большой. Тут еще стакнутый большой. Это вообще шикарно просто. Забирает одного, забирает второго. И 9 левел у нас. 10 минута игры. 5500 имеет у нас Ятора. Очень все хорошо у него. Главное не упустить игру и лишний раз не проебаться, конечно. По скиллпоинтам, кстати, необычно. 2-4-2 идет пока и закачал морфинг на 9 уровне. Угу. Хочет выйти под тележку на Т1 в топе. Отвели у нас, кстати, тут уже фантомочка. Тут есть уже Юраги. Вот такой вот закуп у нас имеет у Юраги. Далее хочет выйти в Б. Пошла атака по Юраге. Ой-ой-ой, как же неприятно ему. Нажимает у нас ТП-шку. Тимбер, тут уже Тимбер. Нужно быть аккуратным. Нужно быть супер аккуратным. Также у нас тут есть Белка. Также есть Туск. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. 4 героя находятся у нас в топе. Нужно как-то нажимать ТП. ТП-шку нет. Ману всю полностью выжигают. Пытается как-то разменяться, как-то что сделать. Убил хотя бы одну белку и также умер. И 1000 золота ведет команда Дайр. У нас уже 4 на 11 не играют. Ничего себе. И 1400 золота заработал замес у нас команда Дайр. Ой-ой-ой-ой-ой. А это проблемка, конечно. На 10 левеле у нас Ятора взял левый талант. У нас Ямич загуливает, слишком агрессивно он играет. Стан от Лина, хорошо, ульта туда же. И минус у нас Туск. Хорошая игра, молодец. Мне кажется, нужно отпушить топ и далее стягиваться на энчетов. Есть Яша, есть 10 левел. Ты очень сильный и очень много золота ты заработаешь с этих энчетов, а также с этих. Чем очень опасно играть за этот Т1. Нужно ли вообще? Ну, сомнительно, конечно. Но Ятора, видимо, понимает лучше об этом. Так, у нас тут Юраги. Пошла атака. Бисич нажимает одну. Вторую птицу нужно садить. Было садить. Сади птицу! Ну, ладно, даже без этого он ее убил. Хорошо. Минус Юраги. Хороший выход. И забирают Т1. Ну, ладно. Видимо, он понимает что-то лучше меня. Секунд у нас до телепорта. Никому не может помочь. Ну, хотя видел. И хотя, в принципе, ну, бессмысленно было бы туда лететь. Так, Юраги опять у нас стягивается в топ. Понимает, что здесь находится у нас Юраги Ятора. Начинает к нему смещаться. 8 левел Юраги такой маленький. Ой-ой-ой, прыгает к нему. Нажимает дагер, хорошо. ТП-шка была вжата, нужно убегать. Там была белка вроде бы. Сейвит у нас Юраги. Ага, белка пытается прыгать на него, замедляет. Адаптик тоже нужно давать. Очень больно у нас белки. Белка выживает. Не хватает команды. Нужна помощь какая-нибудь. Помогите у нас Ятора. Ятора очень больно, неприятно. Тут даже ульта слетает от белки, но белка промахивается. В силу нужно качаться. Качается он в силу, отталкивает он тасика. Здесь у нас еще и Тимбер. Ужасный стан от Лины. Есть РП. Есть РП на всякий случай. Может закатиться, попробовать убить. Нет, не хотят. И стики, в ловкость, стики и обратно в силу. Идеальный герой. И фулл хп и ты имеешь. Класс. Так, у нас смог, сразу же. Какие замесы. Ох. Тяжело. Тайц ультимейта. Сразу же ТП и в силу качаться. Все правильно делает. Убегать, 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 убегать. Эти файты нам не нужны. Там вся команда Дайр. Отдали одну пятерку. И на этом хорошо. Совсем скоро у нас уже будет монта. И потом уже можно будет с ними повоевать так точно. Семь восемьсот имеет на 14 минуте у нас. Занимает лидирующее место по нетворсам в этой игре у нас Ятора. И далее стягивается обратно у нас на топ. Распушит пачку, скорее всего заберет
Равый стак у нас. Или что он хотел? И, наверное, надо стягиваться на энчтов. Я не понимаю, почему он так хочет играть на этой линии. Все. Забрали тавр, ну все, нужно стягиваться, играть максимально на свой фарм. Ты морфлинг, ты должен выселить эту игру. И он понимает, еще и стакает, успевает. Как же много сейчас фарма у него будет. Ой-ой-ой-ой-ой. 11 левел он имеет пока. Хорошо, все, очень хорошо. Сейчас заберет эти стаки. И будет у него уже манта. Почему-то стики не хочет себе апать, кстати. Для меня вообще загадка. Стики на морфинга это очень хороший айтем. Я бы это всегда бы делал бы. Выжил фалькон каким-то образом. Ну, видимо, случайно. Ну, ладно. Так, у нас замес в центре. Убегают все, и на этом все. Отдают они Т1 в центре, скорее всего. Но хотят воевать максимально, чтобы... Нету у Тайда ульты. Помним об этом. Хорошо, Юраги забирает у нас Т1. Пошла атака у него. Тимбер влетает у нас на Магнуса. Магнусу очень больно. Ятора пока в топе. Еще пока не летит, ничего не делает. Пока просто-просто фармит. И команда пытались как-то завязать файта, но файт пока никак не завязали. Яторе все это не нужно. Он просто-напросто играет на себя. Как можно больше фармить? Как можно быть огромнее и больше? Фармит энчентов, фармит линию, фармит здесь большой, здесь большой, а также энчентов. Но можно еще фармить этих энчентов. Было бы также неплохо для него, мне так кажется. Ой, и тут еще стаки. Ну что за бокс-порт это сделал? Какая же отличная игра. Дэдэму себе принес. Хочет играть через пилоптерий. Угу. Но до него еще долго. Еще 1200, и потом только будет. Но потом можно уже из команды будет выдвигаться. Морфинг станет очень сильным тогда. А если он докупит еще к ханду сверху, то вообще будет. Так, здесь 10 тысяч нетворс он уже имеет на 17 минуте. Все очень хорошо у него. И далее выдвигается играть на свой фарм. Очень много фармит Ятора в этой игре. Понимает, что им нужно быть огромным. Просто огромным. Так, видит Тайда в топе. Можно, в принципе, стянуться. Можно, в принципе, убить. Но Тайд очень плотно. Не самая лучшая цель. Так, у нас тут бьют Магнуса. РП нажимается в Юраги. Но телепорт слишком долгий. Можно прыгать, но прыгает от него Юраги. Пытались танк зацепить как-то, но все равно добили. Хорошо, убили Юраги. Бегу дальше. Нужно убивать дальше Тусика. Нужно ловить. Очень хочется ставить, но понимает, что... Тусик слишком быстрый и не получается его убить. Далее можно стянуться на Т1 снизу и попробовать уже добить Т1 снизу. Наконец-таки. Но нет, хочет через телепорт уйти в топ и играть в топе. И вот так манит на этот топ. Я совсем не понимаю, почему. Угу. Нажимает манту, отпушивает топ, а далее сам стягивается на энчентов и фармит энчентов. Стакает их. Дальше зафармит. Так, у нас тут замес в центре, умирает уже Лина, неприятно. Также за ней следом отправляется Рубик и минус 2 от команды Дайр. Возвращаемся к фарму Ятора. На 15 левеле закачал себе левый талант, 15 к ловкости. Так, стики оставил себе, а циркулетку выкинул.
Можно было и апнуть уже стик к этому времени. Только команда Дарь играет более агрессивнее. Которая пытается их стянуть, чтобы они стягивались все время на топ. Но они могут через телепорт туда тэпнуться и зайти в спину и убить. Вот понимает об этом. Начинает бить Т2 в топе. Ребята, стягивайтесь на топ. Либо я снесу Т2 вам на халяву. Умирает снизу также у нас Рубик. Которая бьет Т2. Дефать пока никто не хочет. Нажимается гриф. Ага, заметили. Вспомнили. Скорее всего, нажали ТП-шки. Нажимает скан, понимает, что команда Дайра бьет у нас Рошана. Нажимает и сразу же смог и убегает. Скорее всего, будут дефать это Т2. А Эгис у нас забирает Юраги себе. Понимает ли Ятора об этом? Так, он сносит Т2, хорошо. Ой, как же много урона у нас по Юраге. Юраги очень болен. Но здесь у нас Ямич пошла у нас. Отличная привязка от белки. Юраги все-таки выживает. Не убить ее совсем никак его. Нужно нажимать ТП-шку. Не нажал волну. И почему-то он выживает. Ай, как же неприятно. Аегис хотя бы выйдет. Аегис также не получается. И здесь вся команда Дайр уже. Минус 2 у нас. Ну хотя бы забрали тавер. Хоть что-то в этой игре пока получилось. Немножко не хватило добить у нас, конечно, Юраги в этом замесе. Выживает он. Далее он хочет себе купить манту, а также у него уже есть БР. Играет пока также максимально на фары. Совсем немножко осталось до Ханды. А далее у нас будет Эзериал. Кстати, неожиданный выбор. Давно я не видел у нас Эзериала на Морфинге. Так, у нас снизу все еще есть Т1. Можно, в принципе, на него попробовать стянуться всей командой. Хотя бы открыть нижнюю линию. 1000 пока ведет у нас команда Дайр. Сейчас они заберут тавр и будут уже чуть больше вести. Но это все пока мелочи полные. Морфинг очень сильный и, в принципе, может уничтожить всю команду буквально соло. Так, пошла атака у нас по Рубик. Рубик очень больно, но Морфинг не дает его убить. Тут у нас висточка. Хорошо, очень больно у нас Тимбер. И Тимбер умирает. Хороший размен. Далее видит он Тайда, стягивается на Тайда. Можно, в принципе, отпушить Т2. Не дать забрать. Ханды к нему уже летит. И с Ханды он будет очень сильный. Адаптик будет бить невероятно много. И в принципе с Эзериалом этот спелл будет просто убийственным. Все, Ханда есть. Отлично. А также 14 тысяч нетворса он имеет. А нажимает смог команды Дайр. Также, в принципе, можно было бы смог нажать ответный. Нажимается на смог. На смог, ну здесь уже ревил. Здесь уже находится команда Дайр. РП. Отличный РП по всей команде. Дайр пытался нажать как-то РП. Точнее, не РП был. А вжатым. Ревич. Морфинг, главное, живет, все хорошо. Умирает у нас Юраги. И пошла атака в ответ. Юраги, отличный стат от Лины по всем. Сноубол был следующий. Пытается убить Белку. Белка очень много урона дает. Пошла манта и минус Белка. Также минус, скорее всего, у нас будет Сидер. Сидер также никуда не убегает. И плюс Даггер. И минус у нас 4 игрока команды Дар. Хотя, в принципе, РП было идеальное. Точнее, не РП. Господи, как этот спелл называется? Ревич. Почему я его забываю? Ревич был супер идеальным. Но почему-то все равно не хватило урона. Даже был и Аегис у Юраги. Но нет урона с этими итамами. Это что вообще? Это итамы на фара максимально. Но никак, чтобы играть. Был бы у него какой-нибудь дизольчик бы здесь бы. Вот тогда бы да. Ну а так...
Слабенько, 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 слабенько. Снесли это два в топе, точнее в центре. Заходить на ХГ пока не рискованно и бессмысленно. Можно зайти и снести Т1 снизу, а также Т2 снизу. Забрать все вот это вот и потихонечку-потихонечку сносить внешние товары. Есть уже линза у морфлинга. Дальше стягиваются на низ и, как я и говорил, в принципе, будут сносить Т1 снизу. Также у нас здесь есть лотос, лотоса также можно будет забрать. О, нападение было на Ятора, Ятора это не прочитал, забыл совсем про это. И просто подставился и умер. Также умирает еще у нас Магнус и, скорее всего, умрет Висач. Птичка уже умирает, пошла атака по нему, отличный выход от команды Дарь. Не отпускают, не сдаются, играют до последнего. Ятора ошибся. 2000 золота им стоила эта ошибка и, скорее всего, нижнего Т2. Неприятно. Даже очень. Вот такие итемы у нас имеет Таск. Давайте посмотрим, вот такие итемы у нас имеет Лирс. Рубик, простав, кстати. Магнус с Даггером я вижу. Ну и все на этом буквально. Висач. Ага. Ага. Интересно, кстати. Мэтч Слэйер у нас на тайде. Ого, Владимир, вау. Вот это тоже неожиданно, кстати. Так, арестуется у нас Ятора. Стягивается он на топ. Это ульта, нужно играть аккуратнее, пошла ульта, но в силу качается. И опять играет у нас Ятора, неужели это конец? Минус 2 уже. Также очень больно Лина, Лина себя форстафает, минус Рубик. Ловит дальше, они Лину пытаются дойти, заходят на ХГ, но это все пока тщетно. Дефует, хорошо. Тяжело, нужно БКБ какой-нибудь. Сложновато играть без БКБ в эту игру. Юраги почему-то... перебегает, отпушит топ. И Лина пытается в соло стянуться и попробовать убить его. Что-то как-то так себя также. Ну, могли, в принципе, снести Т2 за этот файт. Но почему-то также не хотят. Лина начинает бить, понимает, что не убьет. Нажимает глипер, хорошо. Есть также стан, стан мимо. Ульта также была не сжата. Лина умирает, не получилось убить. Какая досадная ошибка совершает у нас команда Radiant. Отдают игру совсем. 5000 уже ведет команда Dire. Но по нетворсам у нас Ятора пока занимает первое место. Так, он ресается. Далее хочет стянуться на верхнюю линию. Забирает руну мудрости. 20 левел апы. И забирает он правый талант. Умирает Рубик, ай-яй-яй-яй-яй, как же неприятно. И Аганим Шард у нас Магнус получает в этой игре. Халявный Аганим Шард. Ну, в принципе, ну, неплохо, я бы так сказал. Конечно, хотелось бы Морфлингу, но он, видимо, себе докупил. Да, он сам себе докупил, чтобы в стане, если вдруг его застанет тайт, можно будет нажать себе... атрибут шифт на силу и выживать. Да, все-таки ставится дальше БКБ. Понимает, что без БКБ эту игру играть очень сложно и проблематично будет. Очень много контроля имеет команда Дар, поэтому с ним нужно считаться. Дарашана еще долго. Играть пока в топе не особо и хочется. Нажимается смог в смог. Maybe
Но Ятора не хочет этого смока. Хочет играть, пока фармить, фармить и фармить. Стягивается на нижнюю линию. Понимает, что Рошан, скорее всего, будет снизу. И начинает играть снизу. Хотелось бы, конечно, иметь тут варды в центре. И также все. И также туда же стягивается команда Дайр. Также понимает это все. Все играют вокруг Рошана. Но до Рошана еще минута. Нажимается смок на смок. Скан. Скан был нажат. Хорошо. Ятора у нас находится в смоке. И ждем. Тихо. Ждем. Смотрим. Наблюдаем. Так. Залетает Тайт. Пытался нажать как-то ульту. Но все тщетно. Отличный грипнет по всем героям команды Дайр. Хорошо играет Лина. И атака пошла опять на Мофига. И Мофинг опять умирает. 5-5-5 у нас счет у Ятора. И это минус 4 для команды Дайр. Также ловит Висаджа, и уже очень приятно. Юраги врывается у нас на первое место по нетворсу. И минус 5 получается в этом замесе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. 4000 золота они заработали за этот замес. И 10000 экспы. А вот это уже очень опасно и стрёмно. Потому что команда Дайр, скорее всего, выигрывает эту игру. Ну, либо же у нас будет величайший камбэк. Давайте смотреть. Заходит на ХГ, ломают нижнюю линию. На Рошана МСА всем плевать. Ой-ой, как же вывозит у нас Магнус. Хорошо вывозит, закидывает у нас куда-то Рубик. Юраги пытались как-то закинуть у нас. Рубик закинул отлично просто. Так, бьют ХГ. Скорее всего, снесут. Посмотрим, что у нас у Юраги. Юраги, что это вообще? Это Скади, это БФ, это Монта. Ятора просто не хочет дефать. Стягивается на свой фарм. Хочет очень сильно играть через Этериал. Очень сильно он ему нужен. Понимает это. Понимает, что больше они не снесут. Потому что здесь стоит Т2 и здесь стоит Т2. И просто-напросто стягивается фармить, фармить, еще раз фармить. Отпушил мид, отпушен топ, и пока все достаточно неплохо. Далее фармится Эншин. Тяжелая игра. Такое начало было хорошее. Забирает у нас Рошана команда Дайр. Все это было очевидно. Никто нигде не показывался. Линии никто не отпушивал. И понимал эту команду Reddit, но не хотела файтиться, не хотела ничего делать. Ятора был слишком далеко. Понимает, что снизу уже никого нету. И просто-напросто ретируется вниз. Можно забрать Т1 снизу, кстати. Было бы также неплохо. Совсем немножко ему остается у нас до Изерила. Забирает Т1. Наконец-таки снизу начинает играть у нас Ятора. Хорошо. Дальше стягивается Натерзателя. Тут у нас есть руна мудрости. Руна мудрости можно подзабрать себе. Ятора увидит это. Увидел, не увидел. Видимо, не увидел. Да ему она, мне кажется, и не нужна. Хотя, в принципе... Опасно очень играет. Нет байбека у него, играет даже не сейвер свой байбек. Так, в размен будут выходить, скорее всего, Т2 на Т2. Хотя можно стянуть команду Дайр на базу, потому что они тогда всрут топ, а они всрут топ. Ну хотя, Радиантам в любом случае нужно дефать. Ятора заходит, Элина улетает дефать. Заходит у нас на ХГ команда Дар. Есть также у нас Аегис у Юраги. И Юрага заставляет Ятора заставляет стягиваться. Юраги сбивает ТП и запихивает его на базу. Как же больно. Минус Юраги. Хорошо, минус Аегис. Тут у нас Ятора начинает паниться. Минус Таск по Т4. Совсем нажимает он ТП и улетает он на базу. Пытался как-то сбить, но не получается. Хорошая драка, хорошая драка. Нужно ловить на отходе. Обязательно на отходе. Так, тут у нас Тимбер. Тимбер также идет по атаку на Тимбера. Нужно оставлять его здесь. Хороший стан и минус Тимбер. Хороший, да? Минус Эггис, минус Тимбер. Есть линия. Смог и выдвигается сразу же за командой. Да.
Отыграли безумное количество золота. Молодцы. Есть Этериал. Далее. Сатаник и Бакабай. Отпушивают центр и идет дальше. Куча урона у нас имеет Морфлинг. Юраги пытается как-то отпушить, как-то что-то сделать. Давайте посмотрим по байбекам. Байбек у нас есть только у Юраги. Ну, поэтому разочек он может нафидить. Так, нажимается смог. Пошел у нас глипнер. Хорошо. Связочка ульта от белки. Ой, как же больно. У нас Морфлинг отличный РП по двум героям. Минус Юраги. Минус Таск. Отличный глипнер от Лины. Нужно ловить белку. Белка так мерзкая. Просто невероятно. Белка также ловит. И минус 4 от команды Дарь. Хорошая игра. Молодцы. Хорошо отыграли. Можно заходить смело на ХГ. 4000 золота отыграли. Есть БКБ вместо Фалькона. И далее будет у нас Сатаник. Сносит они центр. Как же быстро все меняется у нас в этой игре. Байбек Юраги пока не жмет. Понимает, что в этом нет ни малейшего смысла. Дальше они стягиваются наверх. Сносит также тавр сверху. И также падают у нас очередные бараки в топе. Хорошо. Снесли мид, снесли топ. Можно снести его. До Юраги у нас 20 секунд. И также до Тусика 20 секунд. Реведжа у нас нету. Но Ятора понимает, что линия в жопе. И пока рисковать не хочет игрой. И играет максимально сейвово. До Рошана еще долго. Нужно кого-нибудь словить и попробовать заходить уже на, по нижней линии и сносить. Есть сатаник, есть все. Нужно нажать смог и искать кого-то. Но это 100%. Нажимается смог, хорошо. И 2000 за командой Radiant. Понимает ли об этом команда Дар? Сегодня ставится отличный вард. Ой-ой-ой, какое у нас отличный ревич от Рубика по всей команде Дар. Ответный ревич у нас от Тайда. Начинает бить ему Юраги. Юраги нужно убивать обязательно. Ужасный стан, не попадает. Волна. Ой, РП по четверым героям. Это конечно. Ну, делай. Делай, Ятора. Нажимается Таник, убивает одного, убивает второго. И также остается один герой, который также отправляется в таверну ценой своей жизнью. Магнус завершает игру. Нажимает наконец-таки у нас байбек Юраги, но это все. Также Тайд пытается, но вы не задефаете этого Морфлинга. Его никто не задефает. Пытается он как-то что-то сделать, пытается Шивой нажать, пытается что-то как-то, каким-то образом. Да, Дартик остается. Куда его? Ну, Тайт очень плотный, убить его очень сложно. Юраги прыгает и минус Юраги без байбека. Правый талант он взял Ятора на 25-м. Отличный ульта, кстати. Но сатаник остался немножко, можно взять сатаник и нажимается, но убивает он его раньше. Таск пытается также как-то дефать, я, господи, оставьте уже, дайте им закончить, вы уже не выиграете. Есть БКБ, есть также, есть манта, есть также в силу можно качнуться. Ну и все. Хорошая игра от Ятора, не самая лучшая, но интересная, ребят. Всем спасибо за просмотр, всем пока.